Сейчас вот такой простой урок, просто как бы буква будет, шрифт будет вываливаться, вырезанный. Для этого создайте текст, что-нибудь напишите, код, например, да. Затем мы сделаем из него копию, копии, и вставим. Этот копию текста мы пока скроем. Так, объект. Хида скрыть. Затем возьмем второй текст. Превратим его в патч. Жмем сюда. Перейдем на вкладку редактирования. Выдавливания. Здесь создадим какой-нибудь объект вокруг него. Типа этого, да? Как-то так, растянем, уменьшим и перейдем обратно в редактор сцены. Вот у нас вырезался, второй у нас невидимый пока, но я бы еще вот это поправил. Ну, как-то так. Затем второй текст мы открываем обратно, чтобы его видно было. И надо перенести центр его вращения. Позицию здесь ставим о pivot only, и по y надо его опустить где-то так, да, и обратно ставим кнопку на место. Теперь можно создать камеру. Здесь надо, чтобы вид камеры был. Тогда будет видно, что мы хотим. И повернуть. Наверное, как-то так. Чтобы видно было, куда будет падать. Ну и анимируем. Включим кнопку анимации. Где-нибудь на 10-м кадре мы его повернем. Можем вручную, можем таким образом. Так, я все время путаюсь, какие надо вращать. Так, по иксу, значит, на 90 градусов повернем. Затем перейдем на 20-й кадр. Здесь позицию немного поменяем. Видите, он не совсем отделился от этого основания. Надо его еще сюда подвинуть. Это по Y, да? Так, не по Y. Тут все время по X. Чтобы он отодвинулся. Вот здесь, наверное, хорошо будет видно. Вот, чтобы он отодвинулся от этого объекта. И немного... Так, на пол уже некуда, он и так ниже пола. Ну ладно, тогда так достаточно. И теперь посмотрим, как он... Видите, он тут медленно отходит от нее. Так нас не устроит. Поэтому вот эту половинку, одну левую, передвинем на 10-й кадр. Тогда она резко упадет, как бы, да? Вот и все.